Zcash – это первая в мире анонимная криптовалюта, которая позволяет скрыть всю информацию о переводах за исключением факта их совершения. Пользователь сам решает, маскировать информацию в блокчейне или оставить ее открытой. То есть можно проводить и публичные транзакции, аналогичные биткоину. Этим криптовалюта ZEC отличается от других. Уникальность монеты состоит в возможности подтверждения транзакции, но без информации о сумме и участниках. Чтобы произвести платеж, вводится скрипт, который генерируется вместе с кошельком. Остальные операции выполняет система. О курсе и статистике этой криптовалюты вы можете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, курсы криптовалюты не очень нестабильны, поэтому говорить об их цене в долгосрочной перспективе глупо. Так что сами проверяйте. Через несколько минут я вам покажу, как можно купить криптовалюту через Gate.io. Монета сравнительно молодая, появилась 28 октября 2016 года. Работа над проектом началась в 2013 году. Возглавил его криптолог Зука Уилкокс, вдохновленный биткоином. Будучи фанатом BTC, специалист был недоволен его низкой анонимностью из-за возможности отслеживать информацию о транзакциях. Поэтому у него появилась идея создать монету с достоинствами биткоина, но с более высокой конфиденциальностью и безопасностью. После нескольких лет работы идея Зука была реализована. Коин создан на протоколе Zcash. Он позволяет подтверждать переводы, не раскрывая деталей о них благодаря сложному алгоритму. По завершении перевода информация о нем автоматически удаляется. Это сделало монету уникальной. Аналогов на крипторынке еще не было. А если вы собираетесь майнить этого коина, тогда он реализован на основе алгоритма EQHash. Принцип добычи аналогичен биткоину. Решение математических задач при помощи софта и вычислительного оборудования обеспечивает появление новых коинов. Работа майнера проводится по алгоритму Proof of Work, тому же, который используется при добыче биткоина. EQHash совместим не со всеми типами ASIC, система интегрального типа, выполняющая определенный набор задач. Он не поддерживает машины для майнинга биткоина, поэтому для этой криптомонеты разработано индивидуальное оборудование. Эффективные модели, которые часто применяются пользователями для добычи ZEC, Antminer Z9, Antminer Z9 Mini и их аналоги. После появления подобного оборудования, ASIC перевели хешрейт на себя, поэтому майнинг на несколько GPU в соло режиме утратил былую актуальность. На проводение переводов требуется не более 15 минут, что в 4 раза меньше, чем у биткоина. Операция завершается после 3 подтверждений. Однако многие ресурсы и онлайн-магазины принимают актив уже после одного раза. Это делает коин хорошо приспособленным к оплате услуг или покупке товаров в интернете. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбрать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или картой. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Криптомонета появилась как улучшенный вариант биткоин, поэтому во многом ее копируют. Коин добывается в результате майнинга. Минимальная величина называется заточкой. Максимальная сумма добытых монет, как у биткоина, ограничена количеством в 21 миллион. Сами разработчики уверены, что эта криптовалюта станет глобальной платежной системой. С ростом ее популярности увеличивается и стоимость. Фактически же она, как и биткоин, подвержена высокой волатильности, которая приводит к сильным скачкам курса. Это обеспечивает хорошие условия для трейдинга и заработка в краткосрочной перспективе. Подкрепляет интерес к монетам высокий спрос на анонимные переводы. Криптовалюта создана для совершения быстрых, безопасных платежей с сохранением полной конфиденциальности данных. Она подходит для оплаты услуг, покупки товаров и так далее. Ребята, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда вам советую начать с Gate.io. Я вам уже рассказывал, почему я так думаю. А также вы можете получить 20% скидку на торг комиссии. Но не забудьте одно, ваши средства только в ваших руках. Будьте предельно осторожны, иначе просто потеряете ваши ресурсы.
курсы. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также в его канале вы можете прочитать новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.